Номер 33 – Александр Эктов. Номер 55 – Андрей Прошин. Санкт-Петербург, отличные шансы на выход ФНЛ. И посмотрим опасный момент. Если не ошибаюсь, это Козлов, но здесь опытнейший Александр Филимонов. Я думаю, что вы все, дорогие болельщики, злым гением для «Динамо» уже в этом сезоне. Именно Алексей Рогов на сотой минуте. На сотой минуте лишил «Динамо» выхода в 1-16 финала. Сейчас был опасный момент. Обороны, Песегов. Подача. И пролетают все. И кто-то из защитников убивает мяч на угловой. Вновь Евгений Песегов у мяча. Подача. Ну, а здесь Пучков великолепно выполняет свою работу, и вступает в борьбу Филимонов, ошибается. Почепов, удар. Воодушевилась. Тарсиевой. Вот Маркосов один. Кулишев отрывается от своего оппонента. Маркосов тащит мяч. Под правую ногу удар. Мимо. Запустили Коваленко. Доходит мяч до Кулишева. Но правая нога. Нет, здесь Филимонов в ближнем углу тащит. Песегов. Доходит пас на ногу. Уходи. Кулишев. Ай-яй-яй-яй-яй. Тащит Александр Филимонов. Супер эпизод. И очень близки петербуржцы к забитому голу. Надо побыстрее, надо обострять игру. Маркосов. Маркосов, ну! Ну, забивает гол! Артем Кулишев! 1-0! Исполняет он танец Антуана Гризмана. Отличный момент. Мяч в ворота команды Долгопрудный. Забил Артем Кулишев, номер 32, команда «Динамо» Санкт-Петербург. Ну что ж, дорогие друзья, ну стало поживее. Дождались мы этого гола, сейчас, а я жду. В том сезоне. Пучков, ай-яй, это опасно как было, а. Мяч мечется по вратарской, но уже надо вынести. Во, вздыхает Петровский. Столь необходима эта победа сейчас футбольному клубу «Динамо». И вот, финальный свисток. Поздравляем петербургскую команду с победой. 1-0. Ура, 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 дорогие друзья. Еще раз говорим, что...